Идем, друзья, по тайге. И тут смотрим. Кокос. Здесь, получается, кокосы водятся. Да, натуральный кокос. Это, наверное, кокосовая елка. С нее упал-то? Или кокосовая сосна? Ну, смотрите, правда, да? Кокос, друзья. Согласитесь? Вот он, настоящий. Кокос. Причем тяжелый. Цельный. Спелый, так сказать, только вот созрел. Хорошо, мы пришли позже, он не упал на нас. Откуда здесь кокосы берутся, друзья? Мы куда? Мы шли по тайге, попали в экваториальную Гвинею? Ладно, оставим кокос, пойдем за грибами.